13 лекция сентября в форе тела. Если функция f(x) удовлетворяет условиям Дирихле на любом конечном отрезке оси ux, и абсолютно интегрируемо вдоль всей оси, то есть интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности fx по модулю dx сходится на этом интервале, то для нее правдиво интегральная формула Фурье, скобки получаемые предельным переходом из ряда Фурье периодических функций с периодом 2L, 3, L стремишься к бесконечности. Но здесь, когда мы проходили ряд Фурье, я показывал это условие Дирихле. Там три пункта было сначала. Это условие здесь выпадает. Далее, fx равно единице деленное на π, интеграл от нуля до плюс бесконечности dz, и следующий интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности fu косинус z, скобка u минус x до u. В точках разрыва первого рода по-прежнему за значение fx принимается 1 вторую скобки fx минус 0 плюс fx плюс 0, где x 0 частица точки разрыва. Мы эту записочку означает. К точке разрыва мы подходим слева, это минус 0 означает. И x0 плюс 0 это справа. То есть левосторонний и правосторонний предел здесь рассматривается. Интеграл Фурье можно представить в комплексной форме. Fx равно единице деленное 2π. Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности. Dz. Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности fu e степени и z скобки u минус x и dx. Это равно единица деленное на 2π интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности e степени минус i z x z интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности e степени i z u f u до u.
Но здесь не что делали на первом интеграле. Это и z в скобке u минус x раскрыли. И z x взяли на первый интеграл с минусом. И оставшийся e степени и z u взяли на второй интеграл. Так как на втором интеграле интеграл делится по u. Первый интеграл делится по z. И такие двукратные интегралы у нас получатся. Тут интернет вылетел. Ну. Дальше продолжим. Для четной функции интеграл Фурье может быть представлен в виде, это для четной функции, fx равно 2 деленное на пи интеграл от 0 до плюс бесконечности косинус zx dz. И следующий интеграл от 0 до плюс бесконечности fu косинус z на u. Двукратный интеграл происходит. А для нечетной функции в виде fx равно 2 деленное на пи интеграл от 0 до плюс бесконечности синус zx z. И следующий интеграл от 0 до плюс бесконечности fu синус z u на u. Таким образом можно разложить функцию, заданную на отрезке или полупрямой, с помощью этих интегралов. Если функция четная, тогда по первому интегралу, если нечетная, по второму интегралу. Но здесь каждый интеграл можно посчитать отдельно. А нет. Я сначала надо посчитать это последний интеграл, то есть интеграл от 0 до плюс бесконечности fu косинус z u du. Здесь z находится, поэтому первый интеграл мы не можем сразу посчитать. А после этого можно посчитать второй интеграл, то есть внешний интеграл. Ну, здесь то же самое. Далее. С тремя последними формулами связаны так называемые интегральные преобразования Фурье. Интегральные преобразования Фурье. На это первый. Преобразование Фурье общего вида. То есть общего вида преобразования. F за главный z равно 1 деленное корень квадратный от пи. Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности. E степени и z x. Fx dx. Это преобразование считается прямое преобразование. Фурье. F малый x следующий равно 1 деленное на корень квадратный от пи. Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности. E степени минус и z x умноженное f за главный z dz.
Это и есть обратное преобразование Фурии. В общем виду. Так, следующий, второй. Косинус преобразования Фурье для четной функции. ЕК, Z, это означает косинус К, равно корень квадратный от 2 деленное на π и умноженное на интеграл от 0 до плюс бесконечности fx косинус zx dx. Это считается прямое преобразование косинус преобразования Фурье для четной функции. Следующее fx равно корень квадратный от 2 деленное π умноженное интеграл от 0 до плюс бесконечности ek z косинус zx z. Это считается как обратное преобразование Фурье. Фурье, то есть косинус преобразования Фурье обратно. Третий. Синус преобразования Фурье для нечетной функции. FS, это означает синус. FS равно корень квадратный от 2 деленное π умножено к интегралу от 0 до плюс бесконечности fx умноженное синус fx dx. Это прямое синус преобразования Фурье для нечетных функций. Следующий fx равно корень квадратный от 2 деленное на π, умноженное на интеграл от 0 до плюс бесконечности fz синус zx dx. Это есть обратный синус преобразования Фурье для нечетной функции. Синус и косинус преобразования Фурье могут примениться к функциям, заданным лично положительной полуоси ОХ. Если они абсолютно интегрированы вдоль этой оси и удовлетворяют на любом конечном отрезке условиям Дирихлета. Начало упомянуть. При этом синус преобразования продолжает функцию fx на отрицательном полуоси нечетным преобразованием, а косинус преобразования четным образом. Примечание. В интегральных формулах Фурье все интегралы вида от минус бесконечности интеграла до плюс бесконечности ЕУ понимается в смысле главного значения. То есть интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности ЕФУ до У равно лим ЕМ стремишься бесконечности интегралу от минус ЕМ до плюс ЕМ ЕФУ до У. Это что означает? Это показывает то, что мы на прошлом семестре проходили по высшей математике.
не собственные интегралы. Первого рода. То есть, когда обе концы не ограничены, тогда это не собственный интеграл решается таким образом. То есть сначала приводим к определенному интегралу от минус n до n, и вычисленный интеграл, полученный в результате, берет n с тем, что бесконечность и так далее. Таким образом, я определяю скалимость собственного интеграла. То есть не собственного. Дальше рассмотрим пример. Пусть функция f(x) определена равенством f(x) равно фигу не сколько, одному равно 3 x от 0, 0 включительный, до а. Одно второму равно 3 x равно а. Нулю равно 3х больше 0. Найти косинус и синус преобразования. И функция, отмеченная на рисунке 1. То есть от 0 до а функция равна 1. Но здесь конечная точка не ходит. Дальше. Когда x равно а, функция равна 1 второму. Вот она. Точка уходит. Эта точка уходит. Дальше. X больше 0, функция равна 0. То есть находится на оси ОХ. Дальше выходит. Вот это скачка, то есть в этой точке есть разрыв первого рода. Тоже мы на том семестре по высшей математике проходили. Два вида разрыва существуют. Первого рода и второго рода. А это из первого рода, когда скачивается. Дальше это разложение решения. Все решение начинается у нас. Находим косинус преобразования данной функции. Fk z равно корень квадратный от 2 деленное на пи интеграл от 0 до плюс бесконечности fu косинус zu до u. Это есть формула, которая разлагается на косинус. Теперь эту формулу мы разбиваем на два интеграла. Так, равно корень квадратный, 2 деленное на 3. Интеграл от 0 до а. Косинус zu du. Плюс корень квадратный от 2 деленное на 3. Интеграл от а. До плюс бесконечности. Функция равна нулю. Косинус нет у. Но здесь на первом интеграле функция ЕФУ равна одному. Здесь единица не пишется. А на втором функция равна нулю. Вот только что мы рисунки посмотрели. Это до а интеграла равна одному. Дальше, когда проходит а, интеграл 0 равно, то есть функция 0 равна. Поэтому второй интеграл будет полностью 0 равно. Остается только первый интеграл. Равно корень квадратный 2 от 2 деленное на пи, интеграл от 0 до а, в конкретной границе, косинус zu
до У. Отсюда интеграл, это количественный интеграл. Корень квадратный, 2 деленное на пи, синус А, дет, деленное на дет. Вот косинус преобразования данной функции. Далее рассмотрим синус преобразования этой функции. F S Z равно корень квадратный от 2 деленное на пи интеграл от 0 до плюс бесконечности F U синус Z U до U. Это формула, которую мы только что рассмотрели. Синус преобразования равно, также разбиваем на два интеграла. Так, первый интеграл, корень квадратный, 2 деленное на пи, умножено к интегралу, уже определенный интеграл, от 0 до А, синус ZU до U, плюс, ну здесь также единица не пишется, нет, плюс корень квадратный, 2 деленное на пи, умножено к интегралу, это уже не собственный интеграл, а также плюс бесконечности, функция нулевая, синус зету до у. Ну, здесь как функция нулевая, вот этот второй интеграл опять превращается к нулевому. Входит нулевая. Остается первый интеграл. Дальше равно корень квадратный от 2 деленное на пи, интеграл от 0 до А, это уже определенный интеграл, синус ZU до У. Ну, как постоянный корень квадратный от 2 деленное на пи остается, от синуса выходит 1 минус косинус АД деленное на Z. Так как от синуса выходит минус косинус, поэтому от косинус на второй место выходит верхний предел. А косинус 0 равна 1. Минус минус стоит плюс, поэтому здесь выходит 1 минус косинус ответ, деленный на ответ. Так как вот аргумент идет, значит разделяется на ответ. Вот мы определили данной функции в указанном интервале косинус преобразования и синус преобразования Фурье. Ну, это для общего вида оба преобразования. Отсюда получаем, что два деленное на пи интеграл от 0 до плюс бесконечности синус АД деленное на Z косинус Х ДЗ. Это мы вместо косинус преобразования fx, fkx поставили выражение. Там же мы fkx находили, вот, вот это поставили. И умножили на косинус x, z, z. Это будет равно к функции интегра а или его вискока одному равно при x от 0 до а, x кодит, а 0 кодит интервалу.
и 1 второму 3х равно а, нулю равно 3х больше а. Это и есть обратный пример говорю. Это называется разрывный множитель Брекеля. И для косинус и осинус преобразования те же коэффициенты остаются 2 деленное на пи интеграл от 0 до плюс бесконечности. Теперь вместо е, если е, поставляем вот это, то, что найдено значение. То есть 1 минус косинус от е деленное на пи. И умножено на синус икс е. Dz. Ну и это также будет равно тому же функции. Единица 3 х от 0 до а. Ну уходит на что? 1 второму 3 х равно а. Нулю равно 3 х больше а. Вот таким образом мы полностью размножили заданные функции. В общем виде на косинус преобразования в кубе и синус преобразования в кубе и определили в кольце функции, которые выходят. Так, еще раз посмотрим. Вот наш функция. Вот график. Здесь мы взяли от нуля, положительные усы взяли по графику. А это синус преобразования, косинус преобразования в общем виде. Вот. На эту первую формулу поставили. Вот я говорю, синус преобразования. Тут корень. А 2 пи. А 2 деленное на пи. И обратное преобразование также. И синус преобразования также. Поэтому, когда мы находили, и у нас вышли корень. А два корня перемножаются, корень исчезает, и здесь остается 2 деленное на пи. И синус также. 2 деленное на пи. Корень на корень умножается. Корень это, на этот корень умножается. Или на той корень. Корень. Результаты корня уходит, остается 2 деленное на пи. Остальные вместе поставили корень. И функция та же. Вот основное содержание этой лекции. Ну, на практике будем рассматривать. Это мы здесь привел пример на косинус и синус преобразования. На практике это рассмотрим. Найти преобразование в Фурье функции. Те же самые функции, которые имеют разрывы первого рода. Fx равно уровню скобки x плюс 1, 3. X от минус 1 до минус 1 второго. И одному равно 3. X по модулю меньше от 1 второе. И минус х плюс 1, 3. Х от 1 второе до единицы. Нулю равно 3 х больше по модулю единицы.
Ну, здесь график не построили, можно построить график. Если так рассмотреть, это концы интервала у нас ходит, значит, разрыва у нас не будет. Разрыва не будет. Это от минус 1 до минус 1 второй идет, потом от 1 второй единица равно, дальше возможно будет x плюс 1, это единица, надо построить график, который... И дальше от 1 второй плюс до единицы будет функция минус x плюс 1. И дальше идет 3. X по модулю больше единицы. Функция равна 0. То есть находится на оси Ox. Это какая подходит по первому. И три случая рассматривали. Вот преобразование поле общего вида. К этому подходит. Если косинус преобразования к второму подходит, синус преобразования к третьему подходит, и это косинус и синус преобразования только что на примере просмотрели. Здесь примечание дается для синус, косинус преобразования. Если у вас получится не собственный интеграл, тогда можно это привести к определению интеграла, потом можно переходить к определению. Таким образом можно найти значение интеграла или ставить интеграл. Это указание. Мы это сейчас на примере не будем рассматривать. Но график тоже не успеем построить. Поэтому на следующем практике посмотрим по продолжению и попробуем график построить. Потом самостоятельно работать. Время у нас заканчивается. Вопросы ко мне? Нет, нет. Хорошо. Сейчас после занятия отправлю вам конспект, и вам посмотришь. Хорошо. Остальные где не знаешь? Нет. Мухтар ходил. Еще двое есть. Теперь Мухтар не показывается. Потерялся. Ладно. Экзамен будет вести перегрузку. На следующей неделе уже отправлю вам вопросы экзамена и задачи экзамена, которые на третьем. Это вопрос. Это задача не такой сложный, но полегче. Да, если нет вопросов, тогда у меня все, можете на следующий пару задать.